Итак, привет, друзьяшки, с вами на связи вкусный, свежий и полезный натурпродукт. И прежде чем мы начнем играть в Крайфир, у меня для вас есть маленькое объявление. В общем-то, я кину ссылочку в описании на мой второй канал, который посвящен обзорам аниме. Пока всего там два обзора, но вы посмотрите, может быть вам понравится, и может быть я буду делать еще. Это такое маленькое сведение, если хотите, переходите. Вот, а сегодня у нас Крайфир, но не обычный Крайфир, а сегодня мы будем играть в кастомочку. О ней я ничего не знаю, знаю только, что называется, она Horror Story, и я смотрел по ней фоточки, и мне они, в принципе, понравились. Так что давайте начнем. Вот она, Horror Story, естественно, на медиум. Потому что вы и так знаете, что изи это слишком изи, а хард это too hard. Итак, история должна быть офигенной, по сути дела. И страшной, она даже называется Horror Story, ведь. Типа страшная история. Мое имя Брайан, я люблю смотреть хорроры. Сегодня пятница, я могу посмотреть ТВ. Мама пошла, мам calling sleep. А, мама зовет спать. А, ну как раз сегодня же пятница, 31-е, не 13-е. Сегодня 31-е, короче, это октября. Я снимаю, сегодня же этот Хэллоуин. А, понятно, это типа мама зовет спать меня. Моя комната, так, давай сохранимся. My tap recorder, my tap recorder. Так, о. Ай, блин, это еще сохранение поверх оригинала, но вообще не важно. Короче, сохранимся на 5-й. Все, сохранили свой прогресс. Resident Evil тут у нас. Это что за херня? 27 октября, не знаю, еще какая-то хрень, наверное, тоже какой-нибудь Resident Evil. Так, какое качество это ужасик. Ну ладно, неважно. Так, давайте, открывайте дверь. Или мне нужно хоррор посмотреть. Или мне поспать нужно. А, мне поспать нужно лечь. Все окей. Это же хреново музыка из этого! Из Хэллоуина! На меня сейчас какой-нибудь Майкл Ма... Хэллоуин Майкл Майерс! Чё, серьезно? Классно вообще! О, музончик этот, боже мой! Как раз посмотрел 2 или 3 дня назад вот этого Майкла Майерса хреново 1978 года! Прям тему чувак сделал вообще! Классно! Так, и что делать? Майкл Майерс. А! Блядь! Сука, блядь! Ты чем тебя бить, ты ебаный? Ты Майкл Майерс. У меня есть только фонарь. Ладно, пора бежать. Ёб твою мать, ты энергию потратил. Уйди, уйди от меня нахуй, блядь. Не убивай меня, не убивай. Ёб твою мать, не убивай меня. Говнюк, говнюк, говнюк. Саный Майкл Майерс, а? Вот эта музыка, ах, классная. Так, ну у меня только фонарик, у меня никаких пистолетов, ничего больше нет. Чё это я подобрал? Или чё это был за звук? Ладно, будем ходить и смотреть, может я найду что-нибудь здесь. Ведь оружие. Так, сюда я зайти не могу, да? Да, не могу. Так, ладно. Блин, где тут следователь? Дайте мне пушку, дайте мне хотя бы что-нибудь, я не знаю. Фонариком его особо не побьешь как-то. Ё-моё. Так, у меня ничего нет, да? Здорово, Майкл Майерс! Блять, уйди ты, говнюк. Ладно, будем ломиться во всякие двери, как в фильме. Может быть, я куда-нибудь прибегу. Говнюк. Хватит меня рубить. Уйди, 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 уйди от меня. Ёб твою мать, я не могу, у меня... меня сейчас убьют. Дверь не открывается, а куда бежать-то? Вот говнюк, а. Не могу, блядь, куда бежать-то? Чё вообще нахер надо делать, Майкл? Отъебись от меня. Да все мне, пиздец. Ну ладно, тварь, выходи, сейчас посмотрим, что мне с тобой, блядь, делать. Блюдок, блядь. Ну чё ты тут ходишь, а? Вот чё ты тут ходишь? Иди, говнюк, нахрен от меня. Чё мне делать-то надо? Да блядь! The door won't budge. Да блядь, у меня опять пиздюк меня сейчас забьёт. А, так я тоже смогу его бить. Я тебя сейчас забью, говнюк. Блядь. Ладно, попробуем справиться с ним в рукопашную. Давай.
Давай, я тебе по мордясе тоже буду бить. Давай, давай, похарь тебе сейчас. Надаю тебе, как похарь. Ох, как тебе будет больно. На тебе, на тебе, на тебе. Блять, правильно, бей доску. Правильно, бей доску, а я буду бить тебя. Ё-моё, да что бы тебя обыграл, а? Говнюк. Да ёб твою мать, что мне с тобой делать, я не знаю, а? Алло, помогите, народ, помогите кто-нибудь. Товарищи родные, блядь. Да уйдите нахуй от меня, блядь. Товарищи родные, помогите мне. Ну ладно, попробуем от него просто бегать, может получится, блядь. Так мне нахуй. Блин, да ты пизда ты, ёб твою мать, а? Чтоб тебя ободрал, я не знаю, что мне с тобой делать, ты говнюк, а? А, так я могу дальше пробежать, оказывается. Вот оно что, Михалыч. А, я-то думал, лошара, я там бегаю, а можно дальше пробежать просто. Чё такое за говно? Уйди от меня нахер, блин. Ай, ладно, я по крайней мере разобрался, что надо делать. Уже неплохо. Уйди ты, блядь. Говнюк какой, а. Сейчас я тебя запру, бля. Не! Меня убили. Ладно, теперь-то мы знаем, что надо делать. Иди за мной, моя конфеточка. Сейчас ты у меня получишь звездюлей. Так, дверь не открывается. Понятно, нам нужно открутить чисто тот вентиль. Только... Нет, да ёкарный бабай. Только непонятно, как надо это в итоге делать. Потому что он здесь гоняется за мной везде и всюду. Может, если я просто буду его крутить, я успею? Во, правильно, правильно, чувак. Бей вот так. Я буду спокойно крутить, а ты бей. Бей невидимую стену. Молодец, дятел. Крути, 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 крути. Не волнуйся. Он дебил. Он попасть нас не может. Почему? Потому что это Майкл Майерс. Крути. А чё крутить-то, не понимаю? Чё я кручу вообще? Чё это делает? Слышал, какой-то звук был, что-то щелкнуло, не знаю, что щелкнуло, но... Ага, вот оно что, какой я умный, блядь, да говнюк, какой, я не знаю, неугомонный. Уйди ты от меня. А, дверь, 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 дверь. Ха, я спасся! Я же спасся? Майкл. Блядь, говнюк, это куда-то пробрался, а? Ах ты пиздюк. Тебе не поздоровье. Здорово. Что это был за орк? Кого-то убили? Алло. Алло, придурок, говнюк. Ну ладно, хорошо. Ладно, понял. Мы в доме, нам нужно куда-то пробраться. Ты чё за георгии такие, блин, а? Ах, вы гомосеки, блин. Так, ладно, хорошо, нам нужно вот сюда. Ладно, погнали, погнали. Блин, как? Куда бежать-то? Куда? Куда? Ай, блин! Ты ёб твою мать! Майкл, блядь, успокойся, говню! Блядь, ну отойди ты, блядь, ты говню! Ты ёб твою мать! Так, ладно, будем крутиться. Крутиться, крутиться, блядь. Карусель, блядь, помогай. Ладно, будем бегать по кругу. Блядь, да он не бегает по кругу, он слишком умный для этого. Вот. Ты говнюк какой, а? Я так понимаю, что только таким образом это можно сделать. Тихо, погнали. Погнали, 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 погнали. Тихо, тихо. Да блядь. Ну чё за пиздец, чё за жесть, а? Тихо. Ай, я добрался! Блин, шприц лежит, шприц! Дайте мне шприц, пожалуйста! О, у меня хп прибавилось! Вот это класс! Вот это кошерненько, вот это... Здорово! Кого-то убили. Так, что за фигня? Так. Вот этот... Блин, нужно сначала выяснить, какую дверь... Нужно сначала выяснить, какую дверь надо открыть. Я так понимаю, что нужно открыть вот эту дверь. Таким образом мы убежим от Майкла Майерса. Так что погнали, сейчас возьмем ключи быстро. Быстро просто побежим отсюда. Со всех ног, потому что это Майкл Майерс. Он придет, он нас убьет, понимаете?
как? Где ключ-то надо было взять, я не помню. А, вот оно что, Михалыч. Тихо. Ха, лошок, он даже не выбежал. Я взял ключ, а он даже не выбежал. Вот дебила кусок. Как мы его вокруг пальца-то провели, да? You unlocked the door. Изи катка, вообще на изи. Майкл и Майерсы победили как два пальца. Ну, вы сами понимаете, в общем, как два пальца. Что? Я подобрал еще один фонарик. Вот какой-то у нас домик. О, сохраночка, ура, сохраночка, ура. Так, и мы вроде как вернулись домой, и происходит какая-то фигня. Итак, за дверью скребется монстр. Но, я так понимаю, телек он меня тоже спер, поэтому пойдем ложиться просто спать. Кого на этот раз мне нужно убивать? Джиперс-криперса? Ема, пипец, у меня их это нет. Ни хрена себе здесь пиздец творится. Так, я посмотрел на сохранке, там написано Фредд 3, что скорее всего означает, что там Фредди Крюгер стоит. Так что у нас Фредди Крюгер! Ладно, Фредди Крюгер, ладно, хорошо. Сейчас мы с тобой поквитаемся. Ты у меня посмотришь, кто тут самый крутой. Тихо. Вот как... я понял. Вот оно, что, Михалыч. Все, тихо. Главное не... Да ёб твою мать, что... Ладно, Фредди, хорошо. Все, в прошлый раз я проиграл, но прошлый раз был тренировочным. И предыдущие 300 раз тоже были тренировочными. Неважно, хорошо, Фредди. Блять, ты мне еще харкаешь вообще, говнюк, а? Иди сюда, я тебя сейчас порву, падлу. Куда он? Сейчас-то, ёб твою мать. А ты чё? Иди от меня нахрен, блин, летучая козлина, и ты тоже. Идите все от меня нахрен. О, чаптер 2, come to Freddy. Иди к Фредди, у меня ничего нет, ни фонарик, у меня ни хрена нет. А, так это же тоже считалочка из этого, из Фредди, когда раз, два, три, Фредди заберет тебя. И это тоже музыка, по-моему. Класс! О, да, это музыка из этого. Из пятницы, это кошмар на улице Вязов, сраный Фредди. Классно, блин. Классно ты сделал про Майерса, про всего, про всю вот эту шнягу. Вообще классная тема. Я ни хрена не вижу, блядь, я ни хрена не вижу. Выбивай окно нафиг! Фредди меня хочет съесть, выбивай окно! Мне кажется, да, ура, я выбил окно. И чего? Могу ничего сделать. Алло, это баг, нет? Я не пойму, я ни присесть, ни побежать, ничего не могу сделать. Ага, вон он, вот, он меня бьет. Да он пройти мне не дает, говнюк, а какой. Сейчас я выебью, Фредди. Ты меня уже не остановишь, глупец. Ты проиграл, Фредди. Давай, скорее, выбивай это окно, пока у нас не нажрал. Давай, скорее. Я не хочу перепроходить заново там. Столько много я переделал. Давай, ковну. Ну, выбивай. Ай. Да. Я выбрался. Я выбрался на улицу. Я думал, это... Я себе за текстуры выпрыгнул. Съел Фредди, я настолько крут, что я даже за текстуры выпрыгиваю. Говнюк ты эдакий. Я теперь могу парить вокруг дома. Я теперь сам Фредди Крюгер. А что делать-то, блядь? Блин, а происходит какофония. Вот я и выскочил. О, шприц! Я подобрал шприц. Съешь, Фредди.
Я теперь сам король этого сна. Я теперь сам подбираю морфий, где мне хочется. Понял, говнюк Фредди? Чё, я не понимаю, так и должно быть, или я забаговал, или что? Чё произошло? Ох ты, ёб твою мать, голова... А! Господи, ты чё за фигня-то такая, а? Тихо, это чё такое, это дверь? Понятно, на меня прыгает башка какая-то. Короче, ребят, я не знаю, что здесь на самом деле делать, потому что постоянно проваливаюсь за текстурой и не знаю, куда мне идти. Так что на этом мы, наверное, с вами остановимся. Если будет желание поиграть в эту костюмочку еще, то пишите в комментариях. Убивать всяких этих монстров, просто пока я залип и не знаю, что здесь делать. Так что на этом мы остановимся, ребятки. Давайте подписывайтесь на канал, тудэмэ-сюдэмэ, и пока-пока.